Гомер – грозный ассасин, который в прошлом помогал построить город Гриза. Он потерял зрение в детстве, но его упорство и современные технологии помогли ему справиться с этим препятствием. Но он хочет большего, и ему предстоит разгадать тайну. Гомер знает поле боя, как свои пять пальцев. Сумеешь ли ты овладеть этой силой? Сенсорная перегрузка отправляет дрон в сторону врага и создает импульсный взрыв, который уменьшает скорость передвижения и скорострельность. Дрон вылетает в направлении взгляда игрока. Если врагов рядом нет, дрон исчезнет. Если враг обнаружен, дрон подлетит к нему и запустит импульсный взрыв поблизости. У врагов в зоне поражения уменьшится скорострельность и скорость передвижения. Эффекты будут длиться несколько секунд после того, как враг покинет зону. Первая комбинация навыков – стремительный ассасин. Гомер, Флай, Каролина и Итан. При фланговой атаке при помощи дробовиков выпускай дрон, чтобы ослабить врагов, и стремительно влетай на их позиции, пока они не пришли в себя. Вторая комбинация навыков – снайпер. Гомер, Мадияр, Моко и Рафаэль. Бери любимую снайперку, посылай дрон на поиски врага вдалеке и... погнали! Третья комбинация навыков – мастер рукопашной. Гомер, Итан, Леон и Келли. На ближней дистанции замани врага в ослабляющую ловушку с этим навыком, и у твоей команды будет преимущество. Играй с Гомером и покажи всем свой скилл в свежем обновлении.